I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторской... Хорошая попытка.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторской кабины будем внимательно следить за происходящим на поле и рассказывать вам. Сегодня Сампдория встречается с Миланом. Гонсало Игуаин – один из лучших аргентинских нападающих современности. А компания там подобралась, что надо. Ты считаешь его мазилой? Ну, я никогда не говорил, что он мазилой. Я просто говорил о том, что если бы он реализовывал хотя бы половину своих моментов, то забивал бы точно не меньше, чем Месси и Криштиану Роналду. Итак, состав Сампдории. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру.